Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Из-за романа с Иосифом Кобзоном Вероника Круглова развелась с первым мужем. Певица начала встречаться с артистом в 1964 году. Вскоре они сыграли свадьбу, на которую пригласили порядка 500 человек. Но отношения Кобзона и Кругловой были далеки от идеала. По словам певицы, Иосиф Давыдович ревностно относился к успеху тех, кто находился рядом с ним. Из-за этого появлялись ссоры. Во время этого брака Веронике Петровне пришлось пережить страшное. В шоу «Привет, Андрей» она рассказала о клинической смерти и искусственных родах. «Я с Кобзоном потеряла ребенка по его желанию», — заявила Круглова, отметив, что против рождения отпрыска также выступала мать Иосифа Давыдовича. Кобзон и Круглова развелись после 3 лет совместной жизни. Расторгнув брак, артисты перестали видеться и поддерживать связь. Спустя некоторое время Вероника Петровна вышла замуж за певца Вадима Мулерана. Но, как сказала Круглова в шоу Андрея Малахова, она зарегистрировала новый брак от отчаяния, потому что была обижена на Иосифа Давыдовича. Круглова считает третьего мужа случайным человеком в жизни, несмотря на 20-летнюю совместную жизнь. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр!